саженцы актинидии и каламикта «Память учителя». Отличный вариант для вертикального озеленения построек, выращивание для получения ценных темно-зеленых плодов. Владельцы, уже купившие саженцы и крупномеры, отмечают небольшую кислинку, сладость и ананасовую нотку во вкусе. Высокий урожай и здоровье растений возможно только при соблюдении агротехники. Обязательно высаживайте посадочный материал на слегка затененное место, защищенное от ветров. Подкармливайте, рыхлите почву, удаляйте сорняки и организуйте борьбу с вредителями. Укрывайте растения от солнечных ожогов и заморозков. Актинидии каламикта помиата ачителия этолианы высотой от 800 до 900 см. Цветет растение в месяц май. Аромат у цветов сильный, окраска цветка белый. Актинидии каламикта помиата ачителия имеет средний-ранний срок созревания. Его плоды созревают в месяц сентябрь. Урожайность актинидии каламикта помиата ачителия составляет 2 кг. Плоды имеют массу 3 грамм. Форма у ягод овальная. Окраска ягод зеленая. Вкус кисло-сладкий. Важно, что актинидия каламикта помиата ачителия самобесплодный, женский.